Горностай в мультфильме «Мой синий зад». Автор сценария Дэвид Фейс, Майкл Райан. Режиссер Дэвид Фейс. «Мой синий зад». Да, известная песня стала известной благодаря всенародному любимцу Горностаю. И, конечно, его партнеру-обезьяне-бабуину. А вместе они были популярным трио певцов «Горностай» и «Бабуин». Вспуши мой бедный мех. Спасибо! Скажи спасибо, бабуин. Спасибо, бабуин! Что случилось, ИР? ИР смущен, потому что они смеются над ИР. Ну, твоя работа смешить людей. У ИР больше таланта, чем у тебя, глупого. Кое-что у тебя больше. Конечно, они начинали не с вершины. О, нет. Горностай родился в пригороде Мобайл Хоум в Алабаме. В семье разрушителя стульев. Папа, зачем ты спиливаешь спинку этого стула? Потому что я разрушитель стульев. Ты настолько же слеп, насколько мохнат. Но даже в детстве Горностай обладал музыкальным талантом, который всех веселил. Веселитесь, веселитесь, молодежь! У ИР условия были получше. Он был приемным сыном известного музыканта из группы «Барсук и Мул». Это были «Барсук и Мул», гениальные исполнители на бубнах. Их менеджером был полковник Голопоп. Он точно определял, что люди хотят услышать. Они хотят слышать бубны. Мелодии для бубнов полковника Голопопа. Да, старый полковник Голопоп написал такие хиты для бубнов, как «Не приставай ко мне, мул» и «Это не осел, это моя жена». Прекрасно! Но есть одно «но». Был один случай с мулом. С Франклином, Делано Рузвельтом и Черлилем. Программы с мулами быстро потеряли популярность. Так Голопопу понадобился новый актер. Мне нужен новый актер. Свой зад люблю пошлепать. Спасибо, мадам. Я очень польщен. Неудачник! Дайте денег, ИР. Привет! У тебя удачный день. Сейчас ночь. Я перепутал, подай на меня в суд. Мне нравится, как ты поешь. Я сделаю тебя богатым. Но я играю и пою только для удовольствия, ведь я Горностай. Хорошо, ты поешь, я богатею. Умом не блещет, правда? Вот то, что тебе нужно. Обезьяна? Нет, болевой магнит. Так началась легенда. Эй, смотри на полковника Голопопа. Он платит людям, чтобы они нас слушали. Я начинаю сомневаться в бизнесе полковника. Дамы и немцы, трио вашей мечты и моей. Горностай и бабуин. Ир, обезьяна, время шуток. У моей собаки есть нос. Как пахнет, вы спросите, Ир? Он воняет. Ты воняешь! Ты в порядке? Уэр, все хорошо. Люблю твой синий холодный зад. Он может много о тебе рассказать. Да, эта белка с обезьяной сделает меня богатым. Полковник Голопоп возил ребят по всей стране. Но была одна проблема. Он забывал сажать их на поезд. Горностай и бабуин имели постоянный успех. Но успех иногда проявляет человеческие слабости. И слабостью Горностая было пристрастие к яйцам. Что бы вы хотели, мистер Горностай? Я бы съел яйцо, Фло. О, простите, милый, но у нас кончились яйца. Что? Поставьте яйца на место! Мне нужны яйца! Подайте мне яйца! Ой, он просто мог выйти из себя из-за этих яиц. Идем, бабуин. Я знаю курочку, которая снесет нам яйцо. Вы арестованы! И вы тоже! Почему это Эр вдруг арестован? Вы арестованы за то, что вы обезьяна. Это считается преступлением во многих штатах. Итак, эти двое мотали срок на исправительной ферме штата. О, боже, я смог это сделать. Я насчитал 14 999, а плюс 1 15 000. Вот, я сосчитал сегодняшнюю норму. Положи их вместе со всеми. Эй, где черви, которых я посчитал? Бабуин, ты же не съел их, правда?
На вкус как курица. Пока Горностай и Бабуин были на червякой ферме, мой синезад стал лучшей песней в Уганде, и полковник Голопоп сколотил приличное состояние. О, я не умею плавать! Я тону в деньгах! Позже старого Горностая и Бабуина выпустили с червяка фермы за поедание товара. Потом они решили получить от полковника Голопопа деньги, которые заработали. Шш, будь осторожен. Ладно! Что это за шум? Это просто дом. Оседают. О, тогда ладно. Они поискали у Голопопа в штанах. Горностай и Бабуин забрали все свои деньги. 1 000 000 баксов. Полковника Голопопа арестовали за кражу. Меня будут бить. Голопоп провел остаток дней, обучая червей играть на бубнах. И Горностай с Бабуином поехали выступать в Лас-Вегас. И потом жили долго и счастливо. Я веселый Роджер, до свидания. Эй, веселый Роджер, это была наша жизнь. Это было мультяшное шоу под названием «Я Горностай». Мы не поем, ты выдумал эту историю с синим задом. В любом случае, я думаю, тебя уволили после того случая с флагом. Ладно, вы догадались. Что вы со мной сделаете? Что вы со мной сделаете? Предыдущий мультфильм был большим обманом, придуманным мерзким бывшим сотрудником. Ну, веселым Роджером! Точно. Так что, пожалуйста, забудьте то, что видели. Спасибо. И после этого вы думаете, я буду на вас работать? Можно Эр поведет? Нет. Ну, пожалуйста, во имя банана. Нет. Последний раз, когда ты вел, случилось страшное. Ты никогда, Эр, ничего не разрешаешь. О, ладно. Ты больше не сядешь за руль в моей машине.